Речевые ошибки в словах. В русском языке нет слов «отсюдова», «оттудова». Правильно говорить «отсюда», «оттуда» и никак иначе. Например, «Олег, мне скучно, пойдем отсюда», – устало произнес Андрей, подходя к массивной двери. «Походи» – в значении ходьбы куда-либо. Тоже часто встречаемое в повседневности слово. В русском языке есть такое слово, но только исключительно в значении «походи по комнате». В любом ином случае правильно только «пойди» или «сходи», но никак не «походи». Например, «пойди в магазин и купи хлеба», – строгим тоном произнесла ее мать. В русском языке нет слов «ихний», «ихнее», «ихнее». Просторечное выражение, вошедшее в лексикон многих людей. Следует запомнить, что местоимение «их» не склоняется. Например, «их соседи уезжают в отпуск». В русском языке нет слова «хочут». Правильно будет «хотят». Например, «они хотят переехать в Москву». В русском языке нет слова «взади». Правильно будет «позади». Например, «Олег шел позади Вани, теребя край своей рубахи». «Перелистнул» – страницу. Так говорить нельзя. Правильно говорить «перевернул». Так можно сказать, если речь идет о нескольких страницах, а не об одной. Например, Ваня нехотя перевернул последнюю страницу. Слов «победю» и «побежду» в русском языке нет. Это такое волшебное слово, которое можно употребить только в словосочетании «одержу победу» и никак иначе. В русском языке нет слова «красивше», правильно только «красивее». Например, «и пришло волшебство». «Вчера вечером Париж стал еще красивее». Слова «надсмехаться» в русском языке нет. Правильно только «насмехаться». Например, нельзя насмехаться над больными и слабыми. В русском языке нет слова «раздумчивый». Правильно только «задумчивый». Например, «задумчивый вид сына не давал ему покоя весь вечер». В русском языке нет слова «послабже». Довольно распространенная ошибка, но запомните, правильно будет только «слабее». Например, нельзя обижать тех, кто слабее. Нельзя говорить «намасте». Тоже часто допускаемая ошибка, на которую многие не обращают внимания. По правилам русского языка правильно только «намасту». Нельзя говорить «не хватает время». Правильно только «не хватает времени». Например, «у меня ни на что не хватает времени». Нельзя говорить «ложить», «наложить». Правильно только «положить» и никак иначе. Например, «я хочу положить себе еду в тарелку». Нельзя говорить «коснулся его плечей». Правильный вариант только «коснулся его плеч». Например, «легкий ветерок коснулся его плеч».